Они хорошо учатся, принимают активное участие в общественной жизни школы, занимаются спортом и побеждают в олимпиадах. 10 ребят, которые воспитываются в приемных семьях и в этом году заканчивают школу, пригласили в администрацию города. Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев вручили им сертификаты на 10 тысяч рублей и подарки. А тем, кто их воспитал, благодарственные письма и цветы. Вы честно трудились все школьные годы. Вы участвовали в олимпиадах, занимались спортом, занимались общественной работой и пришли с более чем достойными результатами вот к своему выпускному последнему звонку. Ну и, конечно, мои слова благодарности, признательности и низкий поклон родным и близким ваших. Все-таки сегодняшний день – это совместный труд, совместные достижения. Даниил Анянов занимался гимнастикой, баскетболом, а сейчас сосредоточил все силы на учебе. Готовится поступать в Самарский университет на факультет лингвистики. Говорит, мечтает стать переводчиком. Я приложил усилия для того, чтобы как-то совершенствовать себя, получать новые знания. Вот, каждый день работаю над этим и усердно стараюсь достигать успехов. Ну, радость меня переполняет, но также немножко волнительно, потому что все-таки в преддверии выпускных экзаменов все силы брошены на сдачу ЕГЭ. В Самаре в приемных семьях воспитываются 2004 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году 66 из них заканчивают 11 классы. Все они получат единовременную выплату. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.